Вы знаете, почему наш жанр не показывают по телевидению? Гена Жаров с ушаночкой своей, а я ушаны, он написал тоже, снял ее клип, отнес, заплатил деньги там около, в районе 40 тысяч долларов, я уже не помню, что точно сумму. Телевидение у нас не бесплатное, как артист должен платить деньги. Ему утром позвонили, говорит, извините, Геннадий Жаров, мы думали, вы начинающий, а вы уже вам махровый исполнитель блатных песен. Ну, отказали, вернули деньги назад. Но это не важно, не артист, он популярностью пользуется в народе, несмотря на то, что у него нет клипов. А кого-то крутят каждый день, платят эти деньги. Главная мотивация – вы романтизируете блатные песни, вы молодежь приучаете к наркотикам. И так что? Я не знаю ни одного человека, которого огласили приговоры, который бы сказал, я послушал песен Круга и поэтому совершил это преступление. Это глупость. Это все с приходом вот этих вот новорищей на телевидении, которые поют не тем местом. Поверьте, попасть на телевидение невозможно, если ты не пидор и у тебя нет денег.